Ирина Польгова уже более 10 лет принимает участие в мероприятиях Самарского дворца ветеранов. Рассказывает, это помогает найти близких по духу людей и скрасить одиночество. Сегодня Ирина уже освоила многие классические настольные и спортивные игры. В статусе судьи-инструктора участвует в выездных мероприятиях клуба. К играм привлекает всех своих знакомых. Шашки, шахматы – это наше детство. Мы с детства, это просто какое-то время было упущенное. Не занимались, когда растили детей, не было времени. Сейчас у нас это время появилось. Здесь меня привлекли игры, которые дают мышление моей голове, которые мне дают общение с людьми на это. И я развиваюсь. То есть своему мозгу не даю стоять. Я мыслю. В клубе представлены бестселлеры мира настольных игр – шашки, шахматы, нарды, домино, популярные спортивные игры на ловкость. По словам организаторов, такие игры не требуют особых физических данных и специальных умений, но при этом работают на поддержание здоровья. Все эти игры, они не просто для игры. Идет работа мозга у человека, а людям в пожилом возрасте это очень важно, чтобы работал мозг. И самое главное, что люди получают колоссальное впечатление от общения и игр. Все началось с шахматного клуба. Позже было решено открыть клуб более широкого профиля. Спортивные волонтеры помогут освежить в памяти правила игры или научат играть с нуля. Мы поняли, что мало того, что создать место, где люди могли играть, важно еще их научить. Важно привлечь людей, которые умеют и знают правила игры, и помочь другим людям освоить эти правила. Поэтому в рамках нашего нового игрового клуба мы планируем не только занятия, но и обучение. И повышение профессионального мастерства. В планах Самарского дворца ветеранов проведение турниров, сеансов одновременной игры с участием профессиональных спортсменов. Ближе к лету организация открытого фестиваля игр на свежем воздухе. Галина Топилина, Николай Сидоров. События.